Вот уже в пятый раз в Краснодарском крае, который славится своим сельскохозяйственным сектором и развитой промышленностью, был проведен конкурс в области качества «Сделано на Кубани». Основная цель этого прекрасного конкурса – содействие предприятиям края в достижении стратегических целей и устойчивом развитии в современных экономических условиях, а также стимулирование производства высококачественной продукции. Более 300 кубанских товаров получили заветный знак качества. В числе награжденных есть товаропроизводители из нашего муниципалитета. Специалисты, оценивая представленные на конкурсе товары, уделяли внимание качеству и безопасности продукции. Также брали в расчет процент местного сырья, который используется в производстве, актуальность и эксклюзивность товара. В числе награжденных знаком «Сделано на Кубани» всем известные славянские предприятия: закрытое акционерное общество «Славпром» и трикотажное производство «Белара». Глава Славянского района Роман Синеговский вручил дипломы лауреатам конкурса. «Славпром» и «Белара», приятно, что тоже отмечены знаком качества «Сделано на Кубани», вы лауреаты этого конкурса. Приятно, вот я вам хочу вручить грамоты, подписанные губернатором Кубани. Жанна Викторовна, уважаемая. Спасибо. Мы вас любим. Приятно, что вы нас прославляете. Спасибо. Видите, пожалуйста. Спасибо. Сложный период, пандемию. Начали одни из первых, наверное, на Кубани, да? И продолжаем сегодня делать маски для того, чтобы наши жители не болели, чтобы все были живы, здоровы и также трудились, и экономика развивалась, да? Перестроились и на хорошем счету, вы слышали, были отмечены на совещании по промышленности. Поэтому вас тоже поздравляем. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что трудитесь. Спасибо. В ответном слове Жанна Беловол поблагодарила за высокую оценку труда коллектива и поддержку. Продукция «Славпрома» пользуется спросом у российских потребителей. Это подтверждение всей той большой работы, которую коллектив «Славпрома» сегодня делает. Я хочу сказать, что мы одни из первых нашей винодельческой отрасли получили знак «Сделано на Кубани». И, конечно, очень важно было, что такой знак вообще появился в Краснодарском крае. Появился он благодаря вот именно такой инициативе губернатора. И, наверное, бы не было у нас, может быть, этого знака, если бы не администрация района, которая активизировала работу и сказала: «Славпром, ну вы где? Ваши вина на высоком уровне, ну попробуйте, все это выставьте». И вот второй раз мы принимаем участие, и второй раз вот такая заслуженная награда. И трикотажное производство «Белара» не нуждается в особой рекламе, поскольку все в коллективе работают с душой, учитывают возрастающие потребности покупателей. Я хочу поблагодарить своих сотрудников трикотажного производства «Белары», что они каждую частичку своего труда вкладывают в каждое производимое изделие, швейное изделие трикотажного производства «Белара». Низкий поклон моим сотрудникам. В числе предприятий лауреатов краевого конкурса есть еще один представитель нашего района – Славянский консервный комбинат. Победители конкурса смогут в течение 2 лет использовать знак «Сделано на Кубани». Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».